практически прекращены все политические споры, и все работает на победу, потому что ситуация серьезная. Путин ненавидит россиян, простите меня, пожалуйста. Он отправляет их на бойню, он убивает украинцев. Медведев говорит, что Украины не должно быть. Понимаете, что делать украинской элите, которая слышит от бывшего президента, что такой страны, как Украина, нет. И украинцев нет, и вообще это ошибка природы. Значит, только одно – объединяться. Главная война и главная в ней победа. Я впервые, я же не жил во время Второй мировой войны, но я впервые вижу страну, где все направлено на победу.